Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем такой жемчужный кулон в виде собачки. Нам понадобится проволока 0,4 мм, бусины майорки и разделители 3 мм. Возьмем отрезок проволоки длиной 30-40 сантиметров. Складываем его пополам. На один конец проволоки нанизываем разделитель так, чтобы он оказался в середине. Далее оба конца проволоки продеваем в одну жемчужину и плотно подтягиваем концы. Разделяем концы проволоки и на один из них нанизываем две бусины жемчуга. Это будущие задние лапы собачки. Оба конца проволоки складываем вместе и делаем несколько витков вокруг бусины хвоста. На оба конца проволоки нанизываем бусину туловища. На более длинный отрезок проволоки снова нанизываем две бусины жемчуга. Это будущие передние лапы собачки. Перекручиваем концы проволоки между собой. И нанизываем бусину шеи. На один из концов нанизываем одну жемчужину и разделитель. Возвращаем проволоку обратно через жемчужину и плотно подтягиваем. Носик готов. Завершаем нашу фигурку двумя ушками. На каждый из концов проволоки нанизываем по жемчужине.
оба конца проволоки закручиваем между собой. Из закрученных концов формируем петельку. Лишнюю проволоку убираем кусачками.